Всем привет! Вы на канале Алия Сладкоежка. Кто еще на меня не подписан, то подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых видео. Ну а сегодня будет мукбанг. Я буду пробовать вот такое вот блюдо. Это консервы, готовое блюдо, лобио с пряными специями. Первый раз заказываю такую еду. Ее всего лишь надо разогреть, и можно кушать. Написано «Здоровое и сбалансированное питание». Мы попробуем, какое оно на вкус. Поэтому решила сразу снять и сразу же рассказать о своих впечатлениях, так сказать. Ну, поехали! Итак, открываем крышку, можно полностью удалить ее. Вот такое оно на вид. Вроде неплохо смотрится. Пахнет пряными травами. Ну, сейчас попробуем погреть. Думаю, надо закрыть крышкой. На вид, конечно, такой странноватый, не очень аппетитно выглядит, но попробуем сейчас на вкус. На вкус вполне съедобное. Вот эти фасоль. Это фасоль. Просто соли много. Такое слишком соленое, мне кажется. Но еще и острый. Для любителей острых блюд, я думаю, самое то. Я не очень люблю острые блюда. Но так вполне съедобное. Можно брать с собой в поездки или в походы. Так вкусное. Напишите, кто пробовал уже такое готовое блюдо от Мистраль. У них, по-моему, есть еще разные, не помню только какие названия. По-моему, плов был, я видела. Вот это что-то меня привлекло. Название лобио с пряными. Я решила попробовать. Я вам состав выложу. Посмотрите состав. Но надо сюда хлебушка. Вот тут я взяла лепешки. Ржаные. Попробую с ними. Так кажется, как будто здесь вот это коричневое, как будто говядина там есть. Что-то мясное. Вот сейчас еще раз прочитала состав. Там много зелени сушеной, чеснок сушеный, лук репчатый, даже есть дробленые орехи грецкие. Ну и, конечно же, красная фасоль. Напишите, любите ли вы фасоль? Mm.
Как к ней относитесь? Готовите ли фасоль? Я вот фасоль не покупала и не готовила. Я вот с недавним временем начала покупать чечевицу и сварила с ней суп. У меня даже на канале есть рецепт чечевичного супа. Можете посмотреть. Вот, я дала попробовать дочке, потому что ей в школе нравится суп из гороховый суп, точнее. Вот. И поэтому я решила вот и чечевичный суп сварить. Он мне самой очень нравится. И оказывается, ей тоже очень понравился, говорит, похож на гороховый суп, который готовят в школе. Я думаю, ну замечательно. Хоть что-то ест, а то не заставишь толком ничего есть. У вас как дети едят? Она больше любит суп-лапшу. Что еще там? Макароны. Эти вот ежики. Рис с фаршем кушает. Но самое любимое блюдо — это сосиска в тесте. У меня тоже есть на канале рецепт этих сосисок в тесте. И также как тесто приготовить. И также есть готовым замороженным тестом, да. Вот, можете посмотреть и приготовить. Ну, а я что-то уже наелась. В общем, пишите комментарии. В следующий раз еще сниму какой-нибудь мукбанг. До этого я еще снимала, как делала заказ в Майбокс. Очень люблю у них роллы, дамплинги. Там у них сейчас как бы обновилось меню. Все очень вкусно, качественно. Не знаю, есть ли в ваших городах. У нас в Казани есть их несколько кафешек этих. И вот. Ставьте лайки, если вам понравился мой мукбанг, мое видео. Буду всем рада, буду рада ответить на ваши комментарии. И всем пока!